Толик, рассказывай, что случилось. Значит, когда погнали ребят, я оказался между ментами и протестующими. Я снимал, там одного паренька сбили, попытался его поднять. Меня сбили с ног. Сначала первые милиционеры не били, вытащили, помогли встать. Когда уже стоял в стороне, просто возле подъезда, пытался помочь раненым, подбежали менты и сбили. Били дубинками по голове, ногами, сломали руку, проломили возле глаза череп. Называли фашистом, полностью забрали всю аппаратуру, забрали рюкзак. С ними был майор, который поржал с меня, сука. Это Анатолий Морозов, волонтер Громадского. Нет, не говорил, не говорите, пожалуйста.